Билет номер 17. Вопрос номер один. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при ослабленном креплении кабины? Запрещается. Разрешается ли стоянка самоходной машины в охранной зоне ЛЭП, линии электропередач? Не разрешается. Вопрос номер три. Проводить какие-то либо работы под самоходной машиной при работающем двигателе запрещено. Вопрос номер четыре. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или каркаса? Не допускается. Вопрос номер пять. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой охлаждения? Не допускается. Вопрос номер 6. Можно ли отсоединять гидравлический шланг или рассоединять трубопровод гидравлической системы самоходной машины при работающем двигателе? Нельзя. Вопрос номер 7. Допускается ли эксплуатации самоходной машины без регистрационного знака? Не допускается. Вопрос номер 8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения накладываем кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгута ведем до прекращения кровотечения.